Скажи что-то в камеру, что там ты видишь на горизонте. Я, что самое главное, я не вижу берегов. А сколько еще идти? Долго. Мы и половину не прошли. Камера, посмотри в горизонт. Это ужас. Это кошмар. Кошмар и ужас. Еще у нас один из форпиков затопило. Круто. А подробнее? Я не могу больше. А дыхать что ли не можешь? Говорить не могу. Маме привет, Кэш. Ты загораешь, Эль? Город. Уже вечер, уже стемнело. Здесь рядом с яхтенной Мариной Бриндизи находится аэропорт, что на самом деле удобно, согласитесь. Не знаю, наверное, ничего не видно, но здесь есть такие прикольные катера, яхточки. Вот так вот. Надеюсь, вам будет хоть что-то видно с самого города. Вот, кстати, там самолет летит. То ли на посадку, то ли наоборот. Супер. Просто самочувствие, ощутить себя на земле просто прекрасно. Хотя есть такая фишка, что когда ты выходишь на берег после яхты, в общем, тебя начинает качать на ровном месте. Да, есть такое. Бежать. Обучаем ее ходить на поводке. Да, на поводке она как бы умеет ходить, но... не так, как мы хотели бы, не так хорошо, как мы хотели бы. Мы в автобусе едем в город. С Андрей сейчас мы направимся гулять по историческому центру. Со временем уже не ранее, все в магазины, в принципе,
закрыто. Мы доехали на автобусе. Абсолютно нормально. Кажется, что это не мой канал, а канал итальяшек. Настолько громко они разговаривают. Короче, уже пора бы возвращаться на катамаран и ложиться спать. Привет всем. Сегодня 31 июля и продолжается наше путешествие на данный момент по Италии. Я сейчас нахожусь в каюте. Вот что находится передо мной. Я сижу на кровати, соответственно. Здесь у нас иллюминатор. Это висит границ. И в иллюминатор можно всегда смотреть, что происходит. Очень клево, симпатично. Шторки тут можно закрыть, чтобы никто тебя не видел. Вот мне нравится вот этот кармашек на гели. А рядом с кроватью сюда, ну, можно водичку положить, можно на телефон, чтобы будильник, чтобы не тянуться далеко. Очень удобно. Сзади меня находится вот такая дверь. Это дверь в Fort Peak. Ну, Fort Peak — это, в общем, такая штука. Это, ну, можно сказать, дополнительная каюта. Ну, здесь можно также ее использовать как склад, а можно как каюту. В принципе, на крайняк можно здесь спокойно кого-то положить. Здесь и люк есть, и все. Почему бы и нет? Лег один человек, и хорошо. То есть дополнительно, если уж есть такая необходимость. Здесь у нас такие вот светильнички интересненькие, прикольные. А здесь вот иллюминатор, еще один вот он открывается. Прям под сетку он выходит, под сетку катамарана. Вот это якорь, кстати, можете посмотреть. Вот так выглядит якорь. Не совсем так, как, наверное, его рисуют. Но вот он примерно вот такой. Птичка. Ну и, конечно же, тут опять же шторки. Ну что здесь? Здесь у нас есть полочки, такие в розеточку, пожалуйста. Ну, полочки, тут у нас лежат наши телефончики, все такое. Вентилятор. Есть такая тут вещь, иллюминатор. Это, конечно, не иллюминатор, можно сказать, аварийный выход. Но в него прикольно смотреть, когда идешь. То есть волны, катамаран зарывается под воду, и можно наблюдать очень красивые картины. А еще прикольно плавать под катамараном, то есть если мы стоим где-то на якоре, можно проплыть между двумя поплавками, вот здесь вот, соответственно, пофоткаться и так далее, то есть с той стороны. В общем, вот такая у нас каюта. Вот так вот она, в общем-то, выглядит. Ну и здесь у нас тоже люк с москитной сеточкой. Ну что, наверное, покажу вам. А, вот шкаф. Да, это вибаста. То есть подогрев. Ну, это зимой, конечно же. Ну, в общем-то, мы находимся в туалете. Вот входная дверь. Вот унитаз, пожалуйста. Вот так выглядит это на катамаране. Маленькая раковина, в принципе, ее совершенно хватает. Ну, тут все наши принадлежности. Зеркало, подсветочка. И, опять же, люк. Ну, мусорное ведро. И вот так выглядит душевая кабина. Душевая кабина с автоматической помпой. Все, она сама отсасывает, не надо ничего нажимать. Что это была такая вот экскурсия по каюте. Огромный привет всем. Я сейчас нахожусь в Марине Брини. То есть это Марина, город Бриндизи, что находится в Италии. И за моей спиной, передо мной, точнее, у меня сама Марина, и вы сейчас можете увидеть. Вот так выглядит Марина. То есть в Марине стоят в основном судна, конечно же. И, как правило, рядом с Мариной есть какая-нибудь хорошая кафешка или вообще какая-то зона для отдыха. В общем, очень клево.
Здесь очень красиво. Вообще, эта марина очень красивая. Хочу сказать, ну, это для знающих людей, для путешественников, что марина Ди Бриндизи достаточно дешевая. За стоянку катамарана с нас взяли 67 евро, что, в принципе, очень приемлемая цена, тем более высокий сезон. Допустим, для сравнения, в марине города Бар в Черногории в невысокий сезон за катамаран берут в два раза больше, то есть там порядка 120 евро. А здесь же в сезон 67 евро, отличное обслуживание и очень чистая, красивая территория. На самом деле просто супер. Вот эти вот камешки, здесь очень красивая территория. Я никогда такой красивой марины еще, наверное, не видел. Ну, может быть, видела, но не помню, мне не запомнил. Марина Ди Бриндизи реально очень красивая марина. В общем, сегодня я спала прекрасно. После той бурной ночи, когда мы все общались с ведром на катамаране, сейчас просто, наверное, меня лучше просто благодать была спать. Очень уютно и комфортно, катамаран очень комфортный. Джиночка у нас перешла на натуральное кормление. Вкусняшки, и вот сами вкусняшек, говяжий легкий, я ей даю только за команды, когда мы куда-то выходим. Ну, а так, в основном, я ей варю каши с мясом. И таким образом у нас пришла на домашнюю пищу, потому что на корм не очень хорошо стало есть. Какая здесь красивая территория. Супер. Я так думаю, что это подсветка какая-то. Здесь очень клево. Здесь такие красивые цветы. Смотрите, какая красотища. О, так здесь бар. Это бар. То есть, наверное, вечером они здесь открывают бар. Слушайте, очень клево здесь. На травке, на лужайке. Супер. В итальянском такси. Adama sabe de cada machine. And I'm gonna wait you what you do. And I love you, baby. Don't you know I'm the skill now? The own is the song and I got you high blue. Oh Lord, please don't let me give me some of a song. Vai, Rabota. You let me be. Друзья мои, всем привет! Мы выходим из Бриндизи в сторону Греции. Нам предстоит опять достаточно долгий переход. Надеюсь, что он будет без всяких штормов. Но, по крайней мере, мы смотрели прогноз погоды и ветра. Вроде все хорошо, ветер будет в корму. Наоборот, нас будет немножко подгонять, при этом без тошнилки. Ну, посмотрим.